Приветствуем вас, русский народ из страны Дружеского Союза. Интернет переполнен фейковой информацией о взломах российских банков, атаке на серверы российских СМИ и многое другое. Все это не имеет никакой опасности для людей. Вся эта информационная бомба несет только текст и больше никакого вреда. Не поддавайтесь фейковой информации в интернете. Ни под каким предлогом не сомневайтесь в своей стране. Все, что происходит сейчас в мире, это должно было случиться рано или поздно. Господин Зеленский виноват в этой войне, он ведет неправильную политику, за что сейчас платит жизнями своих людей. Господин Байден от своей старости не хочет умирать, земля ему пухом. Политики из Евросоюза — это американские проститутки, которые ничего не могут поделать, они вынуждены подчиняться. Очень скоро этот конфликт закончится, и мы обретем мир. Не бойся России, никто и ничто вам не может угрожать. Хакеры-анонимусы, займитесь восстановлением своего сайта, это очень жалко выглядит на фоне ваших угроз нашей стране.